Целевая аудитория проекта – студенты и молодежь, занимающиеся археологией, этнографией и антропологией. Стимулирование и поощрение их стремления заниматься научно-исследовательской деятельностью способствует подготовке квалифицированных научных кадров для российской науки. Будут участвовать больше 100 человек из самых разных городов России. Эта конференция, она постоянно действующая, она в разных городах проходит в России, и в Красноярске, и в Иркутске, в Москве и так далее. Почти всех городов Сибири, то есть и Барнаул, и Горно-Алтайск, Бурятия, Тува, конечно, там, отовсюду, ну и кроме того, из института археологии там аспиранты будут, то есть Московского института, из Казани. И есть иностранные участники, то есть Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан. Кроме научной работы, для гостей конференции подготовлена и обширная досуговая программа. Участникам будут организованы поездки по республике. Молодые ученые посетят памятники археологии и этнографии в районах. В нашем регионе конференция состоится впервые. Марина Килуновская отметила, что исторические объекты Тувы вызывают неподдельный интерес со стороны научного сообщества. Очень важно, что оно будет проходить именно в Туве, в столице Тувы, в Кызыле, потому что мы все знаем, что Тува – это как археологическая мекка, что здесь необыкновенное количество памятников археологии разных исторических эпох, от каменного века вплоть до средневековья, а также этнографическое. Мы знаем тоже, что в Туве сохранились многие обычаи, сохранились верования, то есть… Это очень важно, что произойдет в Тувяде. Ребята смогут посмотреть, воочию соприкоснуться. Пока идет подготовка конференции, Марина Килуновская читает лекции по основам археологии на историческом факультете Тувинского университета. Слушатели – студенты первого курса. И это не первый ее опыт преподавания в республике. Ну, я сюда приезжаю на протяжении 40 лет, работаю в Туве, а практика у меня проводится с 2007 года, студенческая, но лекции я читаю где-то лет 10 здесь. До этого читал мой супруг и мой коллега Владимир Анатольевич Семенов, он здесь читал лекции. Российская археолого-этнографическая конференция – один из старейших научных молодежных форумов. Он позволяет молодым ученым обмениваться результатами научных исследований. Добавим, в Кызыле конференция пройдет с 21 по 25 сентября. Инна Клоян, Буен Мангуш, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.